Асыл. Помоги мне! Быстрей! Быстрей! Ну вот, мы и привезли. Вы свободны? Да, да. Пойдем поработаем. Мы будем возить мясо. А сколько вы платите? Я заплачу 20 сомов. Пошли. Я очень устал.
Бедняги. Мы не бедные. Что случилось? Пойду схожу домой поесть. Ты будешь в футбол играть? Пошли. Сразу как закончим работу. Ладно. Тележка нужна? Ну как, работает? Нормально? Ты мне не должен больше? Шесть сом осталось. 6 сом ты мне должен, да? На здоровье. Удачи тебе. Приходи. Ну как работа? Нормально? Да. Сколько заработал? 100. А спасибо надо сказать? Спасибо. Сегодня было немного работы. Поэтому я принес мало денег. Мой друг помогал мне возить мясо. Спасибо. Ну ладно, я теперь пойду поиграю в футбол. Приходи скорее и займись уроками. Ты чего здесь делаешь? Ты ж девчонка. Поторопись, не опоздай в школу. Жашай, тамағын іздеп жана ұрықты өзіндегі ең майда жарақат. Сегодняшняя тема. Как выбрать профессию в будущем?
Кто ответит, кем он будет в будущем? Асыл. Я хочу быть футболистом. Почему? Я хочу, чтобы футбольная команда Кыргызстана стала чемпионом мира. Ты хочешь, чтобы наша команда стала чемпионом мира? Молодец, это хорошо. Откройте букву «Э». Будете вращать барабан, назовите слово. Конфетки, бараночки. Ой. Оля, сидит. Вот это весна в Донбассе. Картина. Нарисовал художник Соловьев на окне. Авторы сценария, режиссеры и редакторы Людмила Гребенщикова, Анара Бересманова. Оператор Стамбулбек Мамбеталиев. Технические консультанты Канабек Умурбеков, Аскар Ташбулатов, Эльвира Будайчиева. Директор проекта Артыкбай Суиндуков. Производство Кыргызско-Турецкий университет Манас, факультет связи, отделение радио, телевидения и кинематографии. Бишкек, 2004.